Привет всем! Наконец-то к нам приехали велосипеды Мерида, и сейчас я хочу рассказать про модель на 27-х колесах. Это Мерида Big 7 600. Рама Big 7 TFS, она алюминиевая с тройным батингом, гидроформингом и внутренней проводкой. Также геометрия этой рамы отличается от предыдущей тем, что имеет меньший стендовер и более длинную горизонтальную трубу. Также изменился угол наклона сиденья для большего контроля. За амортизацию в этом велосипеде отвечает воздушная вилка Manitou Marcor Comp с конусным штоком и 15-мм осью. Из настроек имеет локаут, который можно щелкать с руля. На правой ноге есть регулировка по отскоку. Преимуществом этой вилки является ее низкий вес – 1798 грамм. Идем дальше. Трансмиссия. Здесь стоит SRAM NX Eagle. Спереди одна звезда Narrow White на 32 зуба, а сзади кассета на 12 звезд с диапазоном 11-50. Кстати, каретка здесь стоит уже новый SRAM DAB. Тормозная система здесь Shimano MT200, здесь явно сэкономили, поэтому сразу под апгрейд. Ротор спереди 180, сзади 160, оба под центр лок. Колеса на втулках Shimano, обода Merida Comp, вынос, подседел, седло и руль, также Merida Comp CC. Радует, что покрышки не самые базовые, а Maxxis Icon, шириной 2,2 дюйма. В заключение хочется все-таки понять, кого же может заинтересовать именно эта модель. В первую очередь рамы TFS создавались для начинающих и продвинутых райдеров, которые предпочитают менее требовательные трассы и лесные дороги. Но также благодаря новой геометрии велосипед будет комфортным и для повседневного использования на работу или вечерних покатушек. Но в то же время 600-я модель представляет интерес для самого продвинутого гонщика по бюджету с большим запасом по апгрейду в дальнейшем. Надеюсь, вам был полезен этот обзор. Делайте правильный выбор. Всем пока!